Как вы уже поняли из названия видео, сегодня мы отправляемся в такое небольшое путешествие. Отправляемся в Пермь, чтобы посмотреть на воздушные шары, вообще в целом на такое вот мероприятие, которое будет проходить на природе. Будем с палатками, со всеми вот этими походными, получается, вещами. Мы отправляемся с семьей на машине, поедем из моего города, из Кирова, поедем в Пермь. Вот, и я думаю, по крайней мере, я на это надеюсь, отлично проведем время. А сейчас, пока что нелюбимая часть программы, это сборы. Если честно, я вот это вообще никогда не любила и, наверное, не полюблю. Но давайте с вами вообще подумаем, что нам надо брать. А что нам надо? Возьму легкое платьишко, вот такой вот сарафанчик. Но он длинный, поэтому, в принципе, даже если, знаете, будут какие-нибудь насекомые, они там будут, это логично, то, в принципе, юбка будет защищать. Конечно, они могут взлететь под нее, но... Ладно, я просто хочу взять это платье. Я не знаю, что еще, какие аргументы придумать. В общем, да, беру этот сарафан. Дальше, я думаю, надо взять какие-нибудь лосины, такую спортивную одежду. Да и все, наверное, хватит. Что еще там взять? Самое важное, что я хочу взять, это пленочный фотоаппарат. Ну, такой вот он у меня красавчик. Осталось, по-моему, да, 16 кадров из 35, если я не ошибаюсь. Поэтому все. Пойдемте с вами собираться. Итак, рюкзак собрала. В принципе, сложила все необходимые вещи. Мы пошли. Оф, ты издеваешься, у меня сердце в пятки упало. Лучи солнца яркие. Здравствуй. Да, здравствуй, солнце. Пью кофе. Такое вот горькое, черное, без молока. Черный. Ой, да, черный кофе. Прошу прощения. Что-то. А мы где сейчас находимся? Мы уже почти доехали. Круто. У нас сейчас небольшой кофе-брейк. Мы заехали в Пятерочку. Взяли себе, собственно, кофе. И я еще взяла протеиновый батончик. Да. Все. Так вот там. Такая красота. Ну, относительно красота. Все, и сейчас будем пока сидеть отдыхать. В общем, сейчас у нас нелегкая задача. Все вещи, которые мы взяли, принести вот оттуда. Вон, наша машина там стоит, он папа тащит. В общем, все сюда принести. Пошла тоже работать. Немножечко обзор на наши покупки. Это у нас стол туристический. Еще с такими этими табуреточками идет. Сейчас будем его распаковывать. Большую. Чего? Да, большую палатку, наверное, нам. Ой, мама опять всем завидует. У нас вот такая палатка, но я не знаю, как она выглядит, поэтому сейчас мы ее будем тоже ставить. Ни разу не ставила. Что ты дергаешь? Опа. Так, сейчас у нас ампакинг стола. Кстати, такой красивенький, подходит нам под цвет палаточки. Ой. Ой, какой цвет хороший, красивый. Спальник. Все. Такая вот красота, лепота. В принципе, объемная палатка, точнее, большая. Но мы сюда влезем все. Конечно, будем немножко как сядем в бочке, но ничего страшного. Вот. Но, кстати, насчет запахов. Мне очень нравится, как пахнет новый спальник. Очень вкусно. Новая одежда, знаете, такой на рынке. Еще одно новшество в нашей семье. Сейчас я вам покажу. Это трон. Я бы его назвала так. Тоня,
сделаем с вами еще одну распаковку, а именно вот такой вот гриль. Выглядит эстетично. Опа. Такой вот у нас получился гриль. Мини-гриль. Вы бы знали, как долго мы его собирали, хотя там собирать, в принципе, это ничего сложного. Вот такая тут штучка. Закрывашка, открывашка. Опа, закрыли. Опа, открыли. В общем, все. Сейчас можно отдохнуть. Поработали. Да, ветер явно не с моря, потому что холодный. Погода сегодня стала холоднее. Но виды хорошие. Сейчас разберется. Сейчас мы уже все голодные. Готовим кушать. Времени. Сейчас я вам скажу, сколько времени. 10:15 плюс 2 часа. 12:15. Вот. Делаем салат. И там еще мяско. Так. Пялил. У нас есть маленькая проблемочка. Из еды, как бы, в принципе, все готово. Тут лимон почему? Подожди, нет. В общем, картошка, яйца, салатик витаминный. Ну, там еще помидорные, хлеб. Но самая важная часть, она у нас еще не может приготовиться, а именно шашлык. Надеюсь, что он сейчас приготовится. Ну, как будто уже более румяный. Сейчас он сгорит. Все, сейчас уже есть будем его. Сейчас хватит. Сгорит он сейчас? Ура! Мы дождались. В общем, такой вот обед получается. Все, сейчас мы наконец-то поедим и пойдем уже вон туда. Ой, все, мама вошла в кураж. И там, и сям. Вот эту шапочку меряют. Вот мама только что эту шапку мерила, зеленую. Нету. Зеленую ты мерила. Обманщица, да, она зеленую мерила. Кстати. Ну вот это неплохое, с поясом. Пальцем, но мама, конечно, разошлась. Смотрите. А, померь, давай покажем, как на тебе смотрится красный ободок. Ну, вообще, очень красиво. Мама в тренде, как я сказала, потому что сейчас вот эти все цветочки, они как бы типа на стиле. Ой, и так, и сяк. Все, короче. Сейчас у нас будут такие вот настольные посиделочки. Будем играть. У нас, получается, есть вот такой дубль. Сейчас я вам покажу. С животными. Веселый дубль. Дубль-кухня. Вот. И мема весь мир. Все, сейчас будем играть и отдыхать после прогулки на ярмарку. Эти вареники. Гриль. Нож! Ну так нечестно. Как это нечестно? Размешать надо было. Поиграли в настолки и пошли гулять, исследовать местность. Вот, по полям, по лесам, пофотографировались, посидели. Я еще когда сидела, думала о том, что ой, сейчас заползет ко мне клещ, и все. Ну, просто была травма детства, меня кусал клещ в, не знаю, во сколько, в 12, по-моему, лет. Ой, что говорю, нет, еще даже младше. Лет в 7, наверное. И он был боррелиозным, мне делали уколы, в общем. Поэтому, да, остался страх. Но я все равно пошла сидеть. А еще я набрала цветочков. В сумочке вот тут они у меня где. Вот. Вот так вот я их положила в кармашек. Очень уж они мне понравились. Особенно маленькие. Сейчас вам покажу. Вот эти вот. Такие вот они, знаете, как что-то невесомое. Такое воздушное, летнее, легкое. Поэтому сейчас поставим их на стол. А мы уже направляемся обратно домой, потому что нагулялись. Собственно, мы сломали все ракетки, которые у нас были. А именно две штуки. Постоянно она вот так вот впивается в нашу сетку. Я не знаю, либо мы такие сильные, что с такой силой бьем, либо ракетки дурацкие. Да, опять попыток. Ладно. Первый блин ком. Да сколько было? 8? Это значительно больше меня сделало. 8, по-моему. Но я не считал. Я вроде считал, но я уже забыла. Нет, сейчас четвертый. Повышали мой рекорд побить. Солнце понемногу уходило,
приходила луна. В общем, мы встречали вечер, и вечером как раз-таки должны были запускать воздушные шары. Вот, поэтому мы ждали, и перед этим как раз-таки еще запускали, я не знаю, как называются вот эти вот технологии, такие аппараты, в общем, парапланы, наверное, так, если я не ошибаюсь. Поправьте меня в комментариях. Мы ждали. Сзади меня, получается, два живчика. Раз, второй. А все остальные, они сдулись из-за того, что сильный ветер. И сказали, что, возможно, вообще как бы не будет всего вот этого шоу, которое должно были нам сделать. Вот так вот. Пока что мы зашли в наш дом на сегодня. Вот, в палатку. Включили свет. Такая тут у нас лампа. Вова спит. Я буду спать вот тут в спальнике, но пока что я утеплилась, надела лосины, свитер, кардиган еще сверху. И думаю сейчас дойти до, получается, этого, как его, короче, до сцены, вот, вспомнила слово, такое сложное, вот, и посмотрю, что там происходит, вот, потому что там, слышите? Да, вот, и все, пока что такие дела. Как я сказала, самого шоу не было, вот, но нам, так сказать, решили скрасить хотя бы немножечко вечер и дали попробовать понажимать на рычаг, который дает доступ к газу. Всем утро доброе, мы проснулись, спали мы хорошо, ну, я, поэтому сейчас будем потихонечку собираться. Любишь собираться? Да. Уже уезжают. Палатки еще пока что. Ну, кто-то спит, кто-то собирается. Мы сейчас завтракаем и, наверное, уже тоже поедем. И немножко сейчас расскажу, как мы спали. В целом, я, если честно, ничего не помню, потому что я спала прям очень крепко. Хотя, на удивление, для меня это странно. Так как я была уверена, что я буду просыпаться каждые 5 минут от того, что мне и холодно, и жарко, и все мы пинаемся, и толкаемся, хотя нам было нормально. Ну, мне. Вам? Все супер. Вот видите, коротко и ясно. Вова, он все еще спит. Настолько ему комфортно. Все убрали за собой. Сейчас поедем.